В этом году Тверь вновь участвует в программе поддержки местных инициатив. В администрации районов города от жителей поступило уже 27 заявок на участие. Тематика проектов традиционно связана с благоустройством придомовых территорий. Часть своего двора жители дома по свободному переулку 30 смогли отремонтировать 2 года назад, приняв участие в программе поддержки местных инициатив. А это проект на текущий год. Предполагается привести в порядок оставшуюся часть придомовой территории. Ну, видите, да, что творится у нас? Погрузка, разгрузка, проезжая часть узкая, машины не могут разъехаться. Вот, решили убрать вот эти старые деревья. Да, три дерева вдоль дороги и расширить чуть-чуть, чтобы как-то машины могли разъезжаться. Уж очень узко. Чтобы машины нас тут не задавили. А жильцы 5-го дома по улице Новотурской планируют обустроить парковку. Элементы детской площадки перенесут вглубь двора. А эта часть территории станет полноценной стоянкой для машин. Сейчас все участники программы готовят пакет документов. В администрациях районов проходят встречи с инициативными жителями. У нас с вами уже проведена достаточно большая работа, проведены собрания, проведены опросы жителей. Сейчас у нас идет процесс разработки проектно-сметной документации и согласования ее с РЦЦС. И вот этот момент нам надо с вами сейчас проговорить, что у кого на какой стадии, да, у кого готовы, у кого не готовы документы, и проговорить по их оформлению. В конце месяца начнется подача заявок в Министерство финансов. Весной специальная комиссия определит победителей. Затем на придомовых территориях в соответствии с проектами по благоустройству начнутся необходимые работы.